Мы выживаем. А-ха-ха, урод! Блин, огонь. Вот это битва, черт возьми. Битва интеллектов. Так, надо придумать, как его завалить. Я не помню, вообще, ребят, не помню. Хорош. Ха-ха-ха! Чёрт бы вас побрал! Меня вполне довольно орочьих катакомб. Идем отсюда. Так, ну я походу скипанул ни хреново тогда. Ух ты, дурак! Ой, хорошо-то как, пацаны. Обалдеть. Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Dark Missile Might and Magic. Вот, и в прошлой серии я тут знатно затупил, блин. Я вот эту балку вообще не видел. Черт возьми, как тут можно догадаться, что оказывается вот здесь проход есть, блин, просто пипец. Надо вот стрельнуть, хорошо мне дописали, блин, пипец. Пришлось бы там прохождение смотреть, что я не люблю делать. Вот, так, давай, вот, все, да, получается, да. И тут у нас, да, вот, и как раз открыть можно. Блин, просто обалдеть. Ну, конечно, проблематично тут этот самый додуматься до этого, блин. Я думал, где-то какой-то, знаете, типа запор, что ее откроют или дела. Блин, тут пипец пролезть можно, а вообще как-то беспонтово. Можно было просто ее бы тогда не этот самый. Нет, не создавать и все. И нормально было бы. Так. Что у нас здесь? Сейчас, по-моему, пойдут гоблины. Или орки, или... А, тут еще какой-то, еще какая-то дрянь здорова будет, что-то такое. Да, осквернён. Боги осерчали на орках, ведь найди другой остров. Прежде похороним Ратрока и убьем его убийцу. Да. Да? Чужак. Давай, братаны, мне сейчас хп как раз таки мало останется. А мы добьем его. У нас теперь мана есть. Хорош. Я пошел отсюда. Блин. Вот это круть. Вот что случается, когда святыню хранят орки. Эши в любом ее воплощении следовало бы быть умнее. Блин, вот проблематично, честно сказать, проблематично следить за всеми этими Эшами. Ой, там как-то еще рожа. А, потому что кто такой Эш, какой там седьмой дракон? Вот здесь реально надо знать лор. А, кстати говоря, эта штука еще не одета, обалдеть. Здесь реально надо лор этот, да? Ой, у нас еще мам-то сколько. А, знать, потому что там какие-то Эши, что-то какая-то жопа. Тут еще, блин, пипец, вообще хрен знает, кто это есть. Вот, и нам-то говорят, что, типа, мол, там, седьмой дракон, какой седьмой дракон, чё там вообще, просто пипец. Так, ловец душ, это у нас, получается, второй, да, мы такой подобрали. Окей. Так, давайте позырим, здесь, по-моему, да, тут у нас открывается, то есть ничего тут нам не светит. Так, ну и получается, так. Кстати, кузница. Там никого нет, да? Да-да-да. Ой-ой-ой, он кого-то нашел. Плохо для всех. Ах ты за меня, братан, ты чё? Плохо для всех. Блин, обалденно как, а? Красота. Так, ничего тут у тебя нету, да? Неплохо, неплохо. Теперь-то с сандалем-то, мама, не горюй. Так, и у нас здесь есть кузница, да? Хорошо, что молоток, кстати говоря, да? Или молоток тут есть? Блин, вот интересно, реально, если бы молоток бы не этот самый... Не таскал бы с собой. То есть, получается, здесь мы ничего не сделали бы, да?
Обалдеть. Так, ну, молоток у нас есть. Давайте тогда сейчас его возьмем. А, и главное, чтобы нас там сзади никто не подошел, блин. Так, у нас, по-моему, несколько... здесь вот было бесконечный... Так, подожди, где-то у нас там золото. Вот, какой-то слиток пламенного золота. И, по-моему, еще что-то было. Нет, блин, смотри-ка, нету. Странно, по-моему, я еще что-то добывал. Ну, ладно. Так, слиток пламенного золота есть. Давай, погнали. Так, есть. Здесь достаточно быстро сейчас все. Так. Забираем. Так, подожди, на вот сюда сначала, да? Сюда. Так, забираем. Кладем и бьем. Так, и теперь... Ага, и вот какой-то... Меч какой-то там пламенный, чего-то там. Меч земного огня, плюс 12 к урону. Сила, кстати, все... А, ну да, сила это у нас вот это. Все, говорит, плюс 2. Мы до этой силы просто пипец, с ума зайдем качаться. Так, все, у нас больше нет ничего. Давай обратно тогда меняем. Вот, и поперли. Так, все, погнали дальше. С корками... О, циклоп опять. Че не время кормежки, но нож говорит, что циклоп голодный. Циклоп всегда принюхивается, когда голодный. Ха! Нанош и Гордон слишком жесткие для циклопа. Ха-ха-ха! Ну-ка, иди-ка, разбирайся там. Жесткий для циклопа. Стой на месте. Хорош. Слушай, так он сейчас тут разберется с ним еще. Смерть чужака принесет славу земле. Пойдет, офигенно. У нас мана теперь вообще не заканчивается. Вот это кайф. Вот это круто. То есть мана, в принципе, не заканчивается, да? Ну, как заканчивается, но восстанавливаться успевает. Знакомое существо. Пленный циклоп? Ну надо же. Должно быть, он стережет выход. Опять циклоп. То есть, в теории мы тут могли бы втихаря, да, пройти? Да, специально делают, смотрите. Тут мы по-тихому прошли. На самом деле его завалить-то изи, да? А вот как-нибудь сюда было. О. Блин, как-нибудь забраться бы. Туда, куда он не заберется. Вот он меня увидел, что ли? Ой-ой-ой. Да, убей его. Ты что, дура, что ли? Он сюда не зайдет? А кто-то сюда забраться не может. Бега он забегал-то. Тихо ты. Кстати, этот что-то какой-то другой циклоп. Этот на колени не встает. Тут, типа, в глаз его пырнуть. Благо бана у нас до хренища. Ну-ка. Фига, смотри. От него огненные штучки эти отлетают. Слушай, может он, ну, урон-то не наносим? Может он реально бессмертный? Обалдеть. О, как мало.
Тихо ты. Блин, я, кстати, не знаю, можно ли его так завалить-то вообще. Может, да, как раз таки в глаз ему как-то фигачить. Ох. Блин, такое ощущение, что как будто... А можно как-то его? Такое ощущение, как будто что-то надо сделать тут специально. Типа обрушить что-нибудь, знаете, такое? Просто пипец. Да, ХП у него, конечно, пипец. Ладно, давай попробуем. Такое ощущение, как будто что-то тут надо сделать. Хрен узнал. Вот, вот, наверное, что-нибудь обрушить надо. Наверное, что-нибудь обрушить здесь надо. Ну, вроде как урон получает. Блин, вот зараза, а? Еще темень чертова, ни черта не видать. Так, у нас есть вот эта вот хренотень. Надо как-нибудь попробовать ее обрушить на него, что-нибудь такое может. Ты подожди. Блин, вот как-нибудь понять бы, ХП отбираться у него или нет. Что-то вообще можно разрушить. Так, что-то рушится. Зараза. Ага. Вот, сейчас, наверное, сам себя обрушу. Что-то взял, орка взял. Фига себе. Может, как-нибудь тут что-нибудь? Надо, наверное... Вот эти вот отбить, чтобы они на него упали. Ты, крыса. Швырнет, да? Может, ну-ка, как-нибудь. Ух, он злой, пипец. Да-да-да. А подожди ты. Давай-ка подождем, куда он уйдет. Такое ощущение, как будто вот эту шляпу надо на него сбросить. Нифига. Эта штука у него отлетает прям, да? Ну вот что-то он здесь вот буянил. Может быть, вот это вот попробовать? Что-то тут надо сделать. Давай. Так, нифига вообще, да? Так, что у нас здесь? Это, я так понимаю, просто открытие решетки, да? Здорово.
Гася, ты чё, дурак, что ли? Нифига себе! Ты чё, дурак, что ли? Ни хрена он псих! Короче, явно недоволен. Обалдеть. Опять троллишь и шурнет этого. Ну давай. Вау, урод, готов. Попал. Блин, бедный орк. Так. В общем, что-то надо придумывать. Что-то надо придумывать. Ух ты, шустрый, зараза. Вась, зашвырни его уже сюда. Вот, все, чтоб не брал его больше. Так, что я вижу? У нас есть вот эта вот хренотень. Вот, и что-то, как, короче, он что-то еще там делал, да? То есть, получается, что-то он может делать. У нас там еще есть... А, кстати, он меня не видит. У нас там еще этот есть. Давайте попробуем дверь открыть. Возможно, вот еще что-то здесь. Я думал, что вот эту надо как-то на него обрушить. Но как, черт его знает. Вот здесь вот тоже какая-то шляпа. Да ну, не может увидеть меня. Не видел на массу. Вот здесь вот у нас, вот она, этот рычаг. Иди ты в жопу, не ты. Подожди. Так, эти тоже не работают. Так, мы сохранились. Чисто проверить. Чисто проверить. Ага. Вот ветку кидает. Вот крыса. Вот здесь он нас, по идее, наверное, кулаками сможет достать. Чисто проверить. Здорово. О, я понял. Да мы тут все разгромим, черт возьми. Так, что у нас здесь? Какая-то шляпа. Может быть, тоже попробуем спрятаться? О! Так, что-то по бушке ему зарядило вроде ящиками. Нам, кстати, тоже, но... Мы выживаем. А-ха-ха, урод! Блин, огонь! Вот это битва, черт возьми! Битва интеллектов! Так, надо придумать! Как его завалить, я не помню. Вообще, ребят, не помню. То есть он все поломал. Вот у нас единственное, что-то тут осталось. Давайте посмотрим, что здесь. Тоже, наверное, разнесет сейчас. Лестницу, кстати говоря, что-то всегда оставляют. Так, у нас осталась вот эта фигня. Давайте отступим, попробуем втихаря сейчас. Я так понимаю, ему насрать, да, на молнию на нашу? Может быть, специально и сделали, черт его знает. Типа... Ладно, давай вот так притаимся. Пускай отпустим его, пускай уходит. У нас там есть этот рычаг какой-то еще. Ну да что встал-то, иди отсюда, никого здесь нет. Ждет, вот крыса. Давай иди отсюда. Так, сейчас мы, по идее, должны уйти, и он нас не должен чувствовать, да? Да, во, все. Так, пойдет. Давай, давай, иди отсюда. Сейчас попробуем эту открыть рукоятку. Ты тут? Крыса спрятался, посмотри. Вы не при делах. Надо, что вот сюда. Ну так быстро ходит. Давай иди сюда. А, посмотри, что здесь вот. А, это та решетка, окей. И вот что-то здесь, кстати говоря.
Это пещерка. Тут можешь хериться. Ой-ой. Дрова. Может, надо именно в таких вот местах его колбасить? Тут, наверное, он... Тут надо, наверное, ребят, слушайте, тут, наверное, надо этим... Посохом, типа, лупить его. Когда он рожу свою сунет сюда. Вот, наверное, что. Иди сюда. Рожу свою пропихнул. Хорош, вот так надо. Во, тут он ничего не может сделать. То есть получается, он когда рожу свою пропихивает, нам надо по ней стрелять. Ну, бить, короче, стопудово. Так, вот сейчас вот лапищи, ага. Ага. Давай, урод, иди сюда. На тебе. Ты крыса какая-то. Может, из лука попробовать? Тварь-то какая, блин. О! Так, в чан ему зарядили, пойдет. Так, сейчас сосед дури. Давай. Во! Пойдет. О, Мэвра, иди сюда давай. Классное местечко нашли. Давай. Хорош. Пойдет. Слушай, вроде дело идет. Пацаны, вроде дело идет. Давай иди сюда, урод. Потому что буду эту пещеру, где разворотил всю. Раз-то какая. Вот такое ощущение, как будто вот так вот я попадаю. Правда, у нас урон просто мизерный. Но, кстати говоря, можно попробовать ему сейчас зарядить еще и молнией в глаз. Пес его знает. О. Тоже, кстати, неплохо, смотри-ка. А вот так пофиг. То есть, получается, когда он глазом своим моргает, да? Мы можем в глаз, наверное, кстати, попробовать вот так вот. О! Хорош! Давай быстрей! Давай рожу свою показал сюда. Зараза! О, кстати, неплохо. Ну-ка, может и так можно? Ой, да хорош! Не обязательно бить-то, блин, обалденно. Не обязательно бить его посохом-то. А, урод! Что ты? Поразительно. Ты убил циклопа. Какая мощь. Я вообще крутой, я сам себя уже боюсь. Великолепный Сарев. Достойный наследник своего отца. И достойный преемник. Хорош. Вот эта тема. Вот эта тема. Так, у нас тут пара секретов есть. Где-то. Где-то. Я точно не помню где, но где-то наверху, в общем. Так, здесь у нас. Здесь у нас вроде нифига, здесь все разворотили. Блин, обалденно! Обалденно, слушайте, нашли управу на этого мерзавца. Так, здесь вообще, по-моему, кстати говоря, я не знаю, мы, может быть, здесь еще будем ходить. Так, ну нам, вот здесь, чтобы на эти вот штуки запрыгнуть, да, нам надо как раз-таки вот эту вот, самую дальнюю стрельнуть. Потому что если мы, ух ты, куда ты стреляешь, баллон, что ли? Че такое? Че за фигня? У меня, короче, этот... Прицел сбился, что ли, или что? Или он может слишком высоко? Да нет. Смотри, вот попасть не могу. Вот, я прям ровненько в нее, да?
Да что ты, зараза? А, у меня, может, стрел нет? Вот я ровненько в нее целюсь. И улетает куда-то в жопу. Ну-ка, так. А, то есть мы в нее попасть в принципе не можем, что ли? А, нет, я попал. В общем, какая-то шляпа. Так. Но проблема у нас... Вот в чем, да? То есть нам туда не попасть. Подожди, как там можно было? Или отсюда? В общем, как-то вроде как-то я попадал. О, кстати, ну-ка. Веревку нет, нифига. Так, щабом, ребят, щабом забираться. Так, я точно помню, где-то здесь было. Куда нам, получается, не попасть? С камня, если только, наверное, да? А на камень как попасть? Ой, как неохота уходить. Тут точно что-то есть. Давайте попробуем тогда вот сюда забраться. Туда? Нет, не ровненько. Нет, хватит. А мы можем ее, интересно? Четверка. Хорош. Да четверка, боже мой. А нам силы типа не хватает? Это так. Телекинез для нищих. Так, ну вроде как достаем. Ну-ка. Эх ты, немножко. Так, что такое еще взять? Тут, блин, такое ощущение, как будто специально. Так, где-то у нас бочка была. Сейчас попробуем. О, почти. Ух ты, зараза. Так. Угу. Блин, такое ощущение, как будто вообще капельку не хватает. Блин, телегеноза нам, конечно, маловато. Надо как-то попасть. Вот, может так. Эх ты, вообще кропаль, блин. Надо, короче, найти еще что-то. Что-то еще. Во! Блин, вот этот никак, да? Сейчас, слушай, его под ней, подкатим. Гена, сейчас заберемся, пацаны. Блин, почему у меня, может, телекинез не прокачан? Какого черта? Почему я не могу его поднять? Он хотя его подсвечивает, но я не могу его поднять, блин. Ха-ха-ха! Сюда! Сюда, пацаны, сюда. Так, потом, получается, можно до этой допинать, да? Ну, наверное, повыше. А можем туда пробраться? Ну, в теории можем. Вроде как можем, то есть сюда можно стрельнуть с веревки. То есть нам, по-моему, вот сюда надо. Слушай, а что если реально попробовать вот сюда допинать? О, кстати, а можем так взять? Не, нифига. Короче, слишком, видать, она... О, давай, пошла отсюда. О, пошло дело. Я разозлился. Давай. Братка. Ой, что тут пипец. Надо, походу, вот сюда вот надо, да? Да, кстати, мы на эту потом тут можем быть запрыгнуть. То есть, получается, можно и тут запрыгнуть, наверное. И главное, чтобы попал. Во. Так, ну у нас... Ой! Ой, как тут хорошо-то, блин. Тут ничего и подпитать не надо. Ну, блин, а я тут толкаю. Во, смотрите-ка. Так, здесь у нас... Здесь у нас вроде ни черта нет, да? Так, здесь у нас ни черта нет. О, здесь что-то есть. Ха-ха-ха!
Помню, еще что-то понял. А ты еще помнишь, что вот тут вот в этих шляпах во всех было что-то, короче. Но не помню что. Ладно, ничего, короче, ничего не было. Так, давайте попробуем вот сюда забраться, но, по-моему, здесь вот как раз-таки нет уже ни хрена. Давай сейчас вот так вот посмотрим. 100% узнаем. Ну, потом как-нибудь, черт возьми. Не хватило немножко. Как интересно, вот эти все стрелы выдерживают вес моего тела. Это просто невероятно. Нет, тут нет нифига, да? Так, окей. Мне прям жутко стало интересно, можем ли мы добраться до вот этого вот вверху. Но такое ощущение, как будто мы туда поднимемся. Так что я вот даже не знаю. Но... Ух, зараза. Ну, почти. Так, сейчас надо, короче, побольше веревок этих настрелять. И, в принципе, пойдет. Можно было за них хвататься. Можно даже вот так, кстати, сделать. Ой, блин. Бабук схватился. Да ты... Блин, веревка, короче, длиной до нижнего этого этажа. Если она будет свисать, то на нее можно запрыгнуть. Если не будет, то хрен запрыгнешь. Вот, видите, как коротенькая? Так, ну-ка давай. Так, ну так мы не спрыгнем. О, так, пойдет. Так, есть. Ой-ой. Да ты... Ты че тупица? Блин, болван. Как хреново прыгнул. Во! Вот туда интересно, как-то можно попасть? Смотрите, прям здесь сделано. Может, какой-то супер секрет есть? Я, честно сказать, не помню даже уже. Но вот эти вот штучки-то не для чего-то же сделаны. Так, я так понимаю, нам предлагают вот туда садануть, да? Ты дурак. О, офигеть. Так, теперь я так понимаю, нам сюда, да? Хорош! Так. Вот это прикол! Можно тут что-нибудь сделать? Так, я так понимаю, теперь нам надо вот до туда допрыгнуть. Но это, наверное, можно сделать и вот так. Правда, я не знаю, здесь какая коллизия? Да, здесь коллизия просто офигенная. Лучше сюда не падать нахрен. Так, понятно. Изучение, черт возьми. Так. Ну, а чтобы сейчас... Ой, так нормально тут. Тут все нормально. Так. Кстати, можем ли отсюда? Надо посмотреть вот отсюда, если пойдем, мы свалимся или нет. А, ну, нормально, не свалимся. Так, угу. Блин, интересно. А можно как туда забраться? Прикиньте, в обход сейчас зайдем. Никто такое никогда не делал. Так. Сюда мы не сможем забраться. Если только как-нибудь каким чудом, типа вот так. Не, в стену он, смотрите, вообще не ходит, да? Вот, ходит. Да иди в жопу. Стрела? Хорошо, она немножко... Короче, этот... Она немного этот оттягивает. Так, нам получается можно тогда вот так сделать. О. Так, ничего нам это не дало, да? Так. Да иди в жопу. Так, тут у нас, кстати говоря, что-то коротенько, слишком веревка. Подлиннее. Кстати говоря, только еще никуда можно запрыгнуть сейчас уже. Хорош.
Ха-ха-ха! Черт бы вас побрал! С меня вполне довольно орочьих катакомб. Идем отсюда. Так, ну я, походу, скипанул ни хреново тогда. Я понял. Короче, заскипал я тут ни хреново так. Ну, да, в любом случае, давайте тогда. А, так. Вот сюда, да? Давайте тогда стандартным нашим путем пройдем. Кстати, вот здесь могли бы что-нибудь добавить бы за серии. Да ну, ты выжил бы здесь, болван. Короче, этот альпинизм нам сошел, вышел боком, да? Вышел боком, но ладно. Фига она тут, конечно, сандалит. Так, о, тут можно спуститься. Все, пойдет. Ладно, пошли тогда, как задумали разрабы. Прикольно, конечно, но мы нашли тут парочку секретика. Меня вполне себе устроило. Мне нравится. Ребят, если как бы не нравятся все вот эти потуги, да, вот это все, медленно, я не тороплюсь, еще раз говорю. Если что-то не нравится, то вы можете просто перемотать. У меня все тайм-коды написаны, то есть это вообще абсолютно не проблема, да. Я напишу об этом в тайм-кодах и, соответственно, можете спокойно промотать на тот момент, который вам нужен. Я буду все досконально изучать, в каждую дырку залезать. Вот, и... А, здесь даже она не опускается даже. С меня вполне довольно орочьих катакомб. А. Идем отсюда. Как бы нам забраться наверх? То есть, получается, мы реально скипнули там ни хреново тогда. Обалдеть. Но тут еще, по-моему, секретик есть. Не попадаешь, чтобы было. Оу! Йоу! Игра, остановись! Йоу! Пипец! Нормально. Так, походу... А, ну, сюда можно. Так, пойдет. Блин, это что, прикол? Куда он стрельнул-то, тупица? Так, ну, наверное, вот сюда можно. Потом. Куда-нибудь вот сюда. Вот, конечно, механика вот эта со стрелами и вот с веревками вообще, конечно, огонь. Блин, маленькая. Так, если сюда. О, нифига себе. Ну, прям вообще пипец. Во! Смотри, как удачно нашли. Так, что-нибудь здесь есть? Нет, ни черта нет. Ать! Хорош. Наконец-то. Теперь орки нас не догонят. Слава богам. Когда ты придешь к власти, надо будет уничтожить это место. Для начала надо выбраться отсюда. Разумеется, мой принц. Разумеется, мой принц. Так, поперли. У нас 7 очков, нам надо, получается, на 10, да? Да, нам на 10. Когда будет сейчас загрузка? Я буду негодовать. Ага, все-таки мы, видимо, как раз-таки к этим паукам сейчас попадем. Ой-ой. А, ну все. И отлично. Где-то там. Что такое? Какой посох? Так. Так, сейчас адреналин будет. Хорош. Всех там закоцало. Подживче. Thank you.
Блин, а? Пойдет? Не пойдет, еще кто-то там выпендривается. Да боже мой, сколько вас? Как же круто, когда мана-то восстанавливается, обалдеть. Бегай их там. Вот теперь хоть мага отыгрываю. Черт бы побрал. О, кайф. Попадет. Фу, офигеть, офигеть. Так, это я так понимаю. А, все, мы тут, получается, ни хреново тут срезали-то, да? Вот это вот нас. Ну, спуск вот этой, да? Дверь. Вот, и срезали мы, оказывается, просто невероятную эту территорию. Ну, тут, правда, ничего не нашли. Ну, кстати, не нашли-то банку, да? Все-таки немножко что-то мы нам нашли. Ладно. В любом случае. Классно, что это можно сделать. Вот я к чему. Блин, сейчас бы всех бы собрать. О, нормально. Зацепило. Так, сейчас опять. Давай, последний разок. Так, давай. Идешь. Вот это цепная молния, вообще огонь. Да, вот она. То есть мы, получается, тут пробрались. Блин. Самый кайф, что это можно сделать. То есть мы сюда забрались, да? Да, это не быстро, но классно, что нас не ограничивают. Вот это круть. По сути, если бы я знал, что здесь вот можно так пройти, то есть здесь мы, по сути, срезали нормально. Ничего такого. То есть мы абсолютно ничего не потеряли. Там, по-моему, банку с маной только и все. То есть как бы ничего такого. Блин, вот это круть. Вот это круть. Классно реально, что это можно сделать. Еще бы этот как-то поощрялось бы вообще в кайф. Типа что, например, не 2 очка, а 3 дадут. Ну ладно, это уже утопические мечты. Так, и я так понимаю, сейчас мы куда-то пропадем, да? Туда можно как-то забраться? Можно, но не нужно. Так, ладно, поперли. Ой. Пойдет. 18-я глава, погнали. Смотри, мана уже почти вся восстановилась. Что такое? Вот так. Ну все, наконец-то день. Тут, по-моему, сейчас будет этот дракон или что-то типа такого. В общем, где-то надо будет с ним сражаться. Сколько мух-то, обалдеть. Мы тут не были ведь? Да, такое ощущение, как будто очень похоже на катакомбы, в которых мы были. Слушай, а туда можно забраться? Нет, не допрыгнуть никак уже. Так, такое ощущение, как будто орки тут. Зелеманы, не зря. Ты крыса. На тебе, пошел отсюда. Тут гоблины. Пошел отсюда. Так, этот сдох. Блин, темно-то у вас как тут, пипец. Вот. Казалось бы, да? Темень невероятно. Ну, вроде больше никого нет. Тут специально масло, да, он положили, чтобы, типа, если что. Блин, как же темно. Грибы я заберу. Так, явно не сюда. А куда?
А! Спрятать от меня захотели, мерзавцы мелкие. Чувствую, вот это вот обвалится сейчас. Нормально. Так, что-нибудь говорить будем, нет? Всё быть плохо! Его слопает Снерк! Снерк? Большой? Какой-то... Моя думать о новой вожде. Новый вождя тупее скалы. Рядом с новой вождя мордоприк умнее. Новый вождя моя кузы. Новый вождя, ну, чистые ногти, ровный голова. Ну, давайте, пацаны. Не убивай меня! Так, ну я так понимаю, это все, да? Так, ну, маной теперь пользоваться просто одно удовольствие. Просто обалденно. Она у тебя теперь восстанавливаться, потом прям кайф. Неимоверный. Ух ты, дурак! Ой, хорошо-то как, пацаны. Обалдеть. Как же вовремя адреналин-то сработал. Как же вовремя сработал адреналин. Какой-то Снерк. Твоя, ты меня догнать, ты баллон. Фига их там. Блин, этих дрищей мягких не видать ни черта. Где вот он? Время умирать, человек. Время умирать, человек. Они что, бесконечные тут, что ли? Такое ощущение, как будто бы тут пошумели, да, и они просто с потолка, типа. Ну, вроде все. Интересно. Крыса, где ты есть-то? Вот это что? А он, походу, свалил, типа, из этого. Где ты там? Да ты задрал! Блин, они походу реально бесконечные. Это просто какой-то... Какой-то пипец. Где вот они? Они откуда там прут и прут? А вон, смотри, реально. Какие-то дыры ползут и ползут. Ну, пацаны, мана у меня регенится, так что можете лезть. Ох, там их пипец. Чё, куда-то полетело. Так, я так понимаю, всех, да? Жесть, они какие-то бессмертные. Так. Ману всю забираем. Камейка. Моя тебя догнет. Да ты крыса откуда тут вообще? Помогите! Да пошел ты в жопу, блин! Они такое ощущение, как будто реально бесконечные тут. Вот так вот стану, чтобы не подбежали. Да они бегут. Слушайте, они, может, реально действительно бесконечные?
Кстати, очень возможно, что они бесконечные здесь. Да, они тут реально, блин, бесконечный пипец. Но, возможно, это прикольно сделано. В плане того, что это гоблины, черт возьми, их тут целая гора, да? Так, но нам надо все вот тут осмотреть. Вот, а потом уже тогда валить. Так, главное, чтобы... Бежал еще. Так, это у нас куда-то внутрь. Давайте сначала вот здесь тогда все осмотрим. У нас вот здесь вот надо смотреть бы сейчас сначала все. И откуда они ползут, там, по-моему, тоже секретик есть. Вот наверху этой башни. Вот, и вот это вот все надо смотреть. Вот, и потом уже в следующей серии получается. Ну, походу, нереально бесконечный пипец. Ладно, все тогда на этом. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего и всем пока.